называется «Пора, мужики, пора качаться». Пошел в музей вчера из дуру, а там при входе Аполлон. Ну Аполлон, блин, фигура, что ты? Он весь как Аполлон сложен. И рядом женщина сказала: вот ведь бывают мужики. И сразу мне так горько стало, а видно стало по-мужски. Взгляните на себя, собратья, взгляните в зеркало, кенты. Позор, позор, хочу понять я, зачем нам эти животы и эта дряблость в мышцах наших. Нет, вот это пузо впереди. Нас легионы, не рожавших, уже видать и не родим. Просьба бокал, кому сказал, шагом аж спортивный зал. Там брутальные мужчины, водный женский идеал. Кирю жут одной рукой, забивают гвоздь башкой. Тренажер, тренажер, а я маленький такой. Инструктор меня учил, как надо поднимать все эти штуки. Ну, я все-таки прошел фитнес. И он мне так, чтобы, знаете, мышцу не растянуть, там, связку не поранить. Он мне говорил: вот фиксируй запястье, там, как-то позвоночник, чтобы на полу согнутый встает. А я понял, что звук, главное звук. Но у него был отработан четкий, хороший звук, как в теннисе в большом, шарапово подает. Он вверх поднимался таким четким, острым звуком. А вниз мы расслаблены так. Я вот взял, понял? Я говорю: да. Говорит: давай, крепи запястье там. Какое запястье? Звука нет какой-то. Причем запястье? Ох, говорит: нет, смотри. Я говорю, ну это ничего не будет. Пошел смотреть беговые дорожки. Ну там-то, думаю, удобно, да? Ну стыдно, знаете, вокруг все на копаду, думаю, на дорожке похожу. Приходит там штук 40 дорожек, обеденный перерыв, и наши вот эти бизнесмены, яки наши в обеденный перерыв прибежали на 15 минут. Они очень... И звук, такой звук со всех дорожек. Четко перед ними мониторы, телевизор, там, я не знаю, там, никель, котировки, меди, нефти. И они, наушники у них на голове, они в гольфе, как беленькие, в шортиках, они такие... Жизнь удалась. По звуку сразу видно сзади. Я думаю, что это на этом празднике жизни. А в бассейн. Тел до хрена, здоровья мало. А так мы с дорогой душой. Вот Мишка, он большой, но вялый. А Коля, он вялый и небольшой. Пойдем в полесту и гимнасии, качнемся, потягаем груз, чтоб было рыло 8 на 7 и ягодицы, как арбуз. Делилась барышня секретом, со мной святая простота. Говорит, что мышцы вкупе с интеллектом для меня, как валерьянка для кота. Заняться мышцами пора бы, а то мы от народа далеки. Должны гордиться нами бабы, а кое-кем мы мужики. Надевайте кимоно, сейчас это самое оно. Во-первых, красиво, во-вторых, лояльно и полезно заодно. Вот смотрите, наш отец и борец, он и гребец. Третий срок уже мотает, а зал-то крепкий огурец. Меня спросили на концерте: сами так выходите? Где-то в Берлине пришла записка. Я говорю: ну конечно. Я как только сразу пошел, купил себе, вот рассказал про гыц, про все. А потом начал вспоминать, сколько раз я был. И вы знаете, с ужасом вспомнил, что 3 раза. Хотя циничная жена говорит: 2. Но я помню, что 3. Но это не играет роли, 2 или 3, потому что абонемент я купил на 2 года. Честное слово, я понял, что не надо этого делать. Если будете покупать, покупайте на месяц. Или на неделю, потому что вы пойдете.
А за 2 года вы не пойдете, у вас огромный срок впереди. Ну, завтра там, я не знаю, ну завтра же я не пойду, вот, допустим, да, у меня сегодня концерт, я завтра не пойду. Я не пойду, я завтра. Воскресенье, свои дела, там, что я пойду в воскресенье? Ну, у меня еще 2 года. И все, вот так вот, и все. И так пролетели 2 года. Сейчас уже на гастролях в Америке я получил замечательную смс-ку. День открытых дверей, Зебра, наша фитнес приглашает их. Очень хорошие скидки на 4 года. И я думаю, что я приеду. Очень хорошие скидки, потому что надо, надо. Все-таки, ну надо, да? Кинда, да? Паруса, ну что вы там? А это кто там на диване? А это я на нем лежу. С пивком холодненьким стаканем. Своей семьей руком пожом, чтоб дети делали зарядку. Супруга поднимала груз. Я, блин, приучу вас всех к порядку. Найдем здоровый жизни вкус. Что до меня вам скажет каждый, когда с утра ты еле встал, с огнем в груди и жаждой, жаждой тут самый раз пойти в спортзал. Когда в музее сказала мне эта тетка: ой, говорит, ты на моего похож, манфас, дохляк. И ты такой же, да? Бабы, водка, да? За что ж мы, гадов, любим вас?